Отвоевался? Есть такое. Отвоевался. Опускай. Помоги вам. Далеко, сержант, путь держишь? Считай дома. Ну, это ты посчитаешь, когда в избу войдешь. Тут и деревень-то нет. Одни пепелища. Наша деревня в стороне от дорог. Осмотреть землянки. Есть. Все готово. Загасить костры и по обозам. Выполнять. Есть. Все ясно. А с моими как? По семье, а то и по человеку на деревню осталось. Ты председатель райисполкома. Ты и думай. Фруза Мельникова! Самый лучший дом в райцентре твой. Будешь директором детского дома. Товарищ комбриг, мне бы только 5 дней маму устроить. Донна! А. Отвезешь детишек в райцентр. Есть. Спасибо. Только чтобы через 3 дня было на месте, как штык. Есть, товарищ комбриг. Есть через 3 дня быть на месте, как штык. Давай. Есть. Ну что ж, здесь разместимся. И райисполком, и райком. Нашел бы другой дом. Пока эти дыры залатаем. Да.
Здесь был райком до войны, здесь ему и быть теперь. Возьмешь свой отряд и к 20:00 наведешь порядок. Может, вам помочь? Я ж ничего. Все равно же никого нету. Все равно сгниет. Тетка Татьяна, это я, Василь. Терентия Калины сын. Василь? Да. Василька. Ой, живой. Василька. Ой, ой. Вот так. Откуда ты? Ой, откуда ж ты? Ой, я глазам своим не верю, что это ты. Да я. Из госпиталя вернулся. Ой, Вась. Мои где? Ой, нет. Нету, сынок. Никто, никого нету. Всех немец угнал. В 43-м году выгнали нас каратели прямо на снег, а дома по ветру дымом пустили. И тому радовались, что живы остались. Другие деревни вместе с людьми пожили. Угощай, дочка, Терентича. Угощайтесь. Ну, за лето кое-как отстроились мы. Люди же, они в кучу теснутся.
Оно и понятно, на миру и умирать легче. А я себе думаю, обхитрю немца. Соображаю. Погонят его, как говорится, на хаузе. Он или перебьет всех, или с собой перехватит. И стал я по ночам в этом овраге эту землянку копать. Ну, так оно и вышло. Немец деревню сжег, людей погнал, а я остался. И кое-какое хозяйство сберег. А все почему? Потому что догадался. Выходит, весь народ на врага поднялся, а вы по врагам прятались. Ты обожди, обожди, Теренч. Говоришь, прятались. Оно известно, вы нас бросили. Куда денешься? Но мы тоже не сидели. Да. Трудно об этом говорить. Да чего уж там. От этого не уйдешь. Мы с вашим Мишкой в глубокую разведку ходили в 41-м под Вязьмой. Но на второй день немец нас засек. И кому-то надо было прикрывать наш отход. Кликнули добровольцев. Мишка вызвался. Мы отошли, а он... погиб смертью храбрых. Опять, значит, судьба. Живой он тогда вернулся, живой. Перед самусеньким Рождеством в 42-м прибился. Как, в плен попал, бежал? Да нет, плена он, слава богу, сбежал. Лесами пробирался. Зима в том году лютая была, обморозился. Ну ничего, выдержал наш Мишка. А вот весной... Я ничего не понимаю. Выходит, ваш Мишка попросился в прикрытие для того, чтобы к харчам этим удрать! Ты нашего житья под немцем не знаешь! Мы его считали геройски погибшим, а он дезертировал! Неправда! Мама! Грех тебе такое говорить, Терентич. Вы же с ним друзьями были. Так он же с поля боя бежал. Да в этом разобраться еще надо. Это ни одного дня разбирательства. А по-нашему, по-фронтовому, и одного часа на такое разбирательство достаточно. Куда ты? Куда же ты? Кругом мины! Тебе вывели даже... бы и в расход. Тебе Даша постелит. Ты что? На кофешке. На! Ой, сынок. Ну вот, отдыхайте. Ночью в землянке душно. А Мишка? Мишка весной 42-го партизан ушел. Выросла ты. Уходил на фронт, совсем пацанкой была. Будто вы помните, какой я была. Вы тогда никого не замечали. Как это не замечал? Вы тогда одну Клавку и видели.
Учителем был. Директором школы. Бригадой командовал. А теперь как быть? С чего начинать? Да. Партизанок было проще. Еле вас нашел. Нарочный Варенцов. Горовой. Директивы. Сев. О проведении сева. Жилье. Семян нет. Проди сев. Пепелище бурьяном поросли, гони жилье. А что сеять не надо? И жильем надо людей обеспечить. Как? Вот вопрос. Из 208 деревень 183 сожжены полностью. Полностью. Мертвая зона. Помощь надо просить. Помощь. Помощь нам в первую очередь обещали. Рабочих рук нет. В районе мужиков ты да я, да мы с тобой. Люди всегда возвращаются на родные селибы. А когда вернутся? И вернутся ли? Какая? Домой идем. Да, от такой радости заплатишь одни пепелища да бурьян. Ничего, отстроимся. Василек, Василька. Василька. Бабушка, что вы? Что вы, баба, живой? Война, никого не... Какая тетка радость. Василька. Божечка, Василька вернулся. Будьте добрые. Моего Макара не видел. Нет, не видел. Может, чем помочь, тетка Кристина? Да что ты, что ты, куда тебе? Добрались уже. Мы сами сами. Главное, домой же пришли, миленький. Сынок, дома ж мы, дома. А ты куда ж теперь? В город доложиться по случаю прибытия. Живой. Мама, жито. Жито. Мама, жито уцелело. Жито.
деточка моя! Деточка моя, Ранька! Ай! Ай, моя рыбчика! Ай! Ай, брусочек! Ай, моя сетка, деточка! Ай, моя деточка! Деточка моя! Родненька я, рыбочка моя, Вереника. Тетка Христина, тетка Христина. Ай, моя мины. Ай, моя рыба. Тетка Христина, пойдем. Пойдем. Уходи! Уходите отсюда все! Уходите! Уходите немедленно все! Ой, бабушка! Деточка! Деточка! Уходите все! Вперед! Пошел! Пошел! Что ж это он делает? Он же хлеб жжет! Умрем с голоду! Гасите хлеб! Спасайте! Спасайте! Родники мои! Да! Вы ж помрете! Все находишь нас в Погибнете все. Дорогие товарищи! Боевые соратники мои! Не посрамим партизанских знамен, окропленных кровью наших боевых друзей, павших в боях с фашистской нечистью! Кто говорит? Мы будем ждать вас. Секретарь райкома, Горовой. Тебя. Коля Шпартюк. Боевой наш пулеметчик. Помните, как Коля Шпартюк косил гадов под Лисичином? Бей их, Коля. Бей их и на фронте. И в хвост, и в гриву. Не подведем, командир. Не сомневайся, козырь. Добьем фашиста. А тебя, Леня Карпенко, я бы сначала поставил что под железку. Ты ведь в округе все мосты повзрывал. Ни одной рельсы не оставил. Ах, как бы я хотел. Как бы хотел вместе с вами дойти до Берлина. Да вот, приказано воевать здесь. С разрухой. Мы будем ждать вас с победой. И не на пепелищах, товарищи. Обнимаю вас всех. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Ура! По вагонам! Yeah!
Хорошо говорил секретарь. А за тех, кто сложил голову на освобожденной земле, за тех, кто ответит. Я тебя спрашиваю, секретарь, тебя. Откуда ты такой? Из госпиталя. И куда идешь, сержант? К тебе, секретарь, вот. Пришел. Ну, а если поспокойнее, в чем суть? Минеры нужны, понимаешь? Минеры, жито созрело. И они будут его жать, будут. Их не остановишь, и будут еще гробы. Где? Посторонне. Кто? Фруза Мельникова в жите подорвалась. Фруза. Нет у меня минеров. Как? Нет. Как нет? Я тебя спрашиваю, секретарь, как коммунист, как фронтовик, я... Нет. А что же тогда у тебя есть? Что? Освобожденная от врага территория. Освобож... Да ты человеческий-то язык, понимаешь? Мне минеры нужны, понимаешь? Минеры! Мне не к кому больше идти. Мои минеры на фронт ушли. Ты же сам видел. Эх, если бы не это. Контузия. Девочки! Девочки! Принесите еще воды. Полные не берите, тяжело. Мишка Иваненок сказал, что тебя убила под Вязьмой. А нам помирать рановато. Васенька, Господи, за что? Я ведь ждала. Я так ждала. Оно и видно. Ты что? Что случилось? Это Василь, Гриша. Василь. Галина? Ну, а волноваться-то зачем? Меня надо убить.
Побродишь и пройдет. Так хоть это все равно смерть. А жать надо, никуда не денешься.
Ему с одной рукой трудно. Вижу. Трудно. Принимаю председательство, сержант. В общем, сегодняшнего дня считай себя председателем Посторонского колхоза. Председателя назначают, а выбирают. Они тебя уже выбрали, сержант. Скажу тебе, Гриша, прямо, на мелочь ты размениваешься. Так, интересно. Землянки с бабами роешь. На минное поле полез. Ага, что еще? А то, что района в целом, ты не видишь. Ну вот. Ешь кашу. Сам же сварил. Да. Сказать, о чем я думаю? Ну уж выкладывай. Вот езжу по району, и поверь, страшно становится. Пустыня, Гриша, пустыня! Мертвая зона. Я так не сказал. Сказал. Дальше. Там ведь тоже голову ломают, что с нашим районом делать. Так вот и подумал. А неплохо было бы засадить весь район лесом. Через 100 лет вырастет пуща. Представляешь, 1000 с гаком квадратных километров леса. Да мы одним махом все проблемы решим. Представляю. Зубры, лоси, всякая живность. Сам придумал? И сам тоже. Молодец. Прямо меня подслушал. Я тоже иногда так думаю. Да? Да. Слушай, так может мы с этим предложением? Не торопись. Не торопись. Когда ко мне приходит такая мыслишка, я приказываю себе.
Работай до кровавого пота. Не давай себе поблажки. Делай все. Только бы поля наши кровью политые не заросли лесом. И так сегодня, завтра, послезавтра, каждый день. Да, Матвей, так себе и говорю. Нет в нашем деле мелочей. Я трезво смотрю на вещи. Понимаешь? Трезво. И я трезво. Даже посторонь. Земля там хорошая. Лес. Строевой. От леса к реке рукой подать. Будем сплавлять лес для всего района. Строиться, Матвей, надо. Воевать с пустыней. Всю. Ты что это, Егорович? Цыпь! Делить хлебушка надо по справедливости, чтоб никому обидно не было. По работникам. По душам делить надо! Цыпь, кому говорят! Слушайте, разные у тебя горе ребятишек. Души. А рабочая это одна. А дети есть не хотят? Давай цыпь! Пустите, гадость! Давай! Сыпь. Отставить! Отставить? Кто разрешил? Я. Я. Людям есть нечего. А семена наши, вот они. А у других? У других есть семена? А хлеб есть у других? Ты что, забыл решение бюро? Ты мне за каждое зернышко ответишь, Калина, несмотря на все твои ранения. Это слезы наши, а не хлеб! Сколько его есть, чтоб по свету раскидывать? С голоду подохну! Убейте меху! Головы! Ну! Ходи! Ты за это ответишь, Калина. А ты всех нас убей. Лучше сразу смерть, чем с голоду. Что ж ты стоишь? А, рука дрогнет. А что ж сердце твое не дрогнуло, когда ты за этим хлебом шел, в котором Фруза погибла? Ты у матери ее спроси, отдаст она хлеб или нет. Что же ты, вы, бабоньки? Как-нибудь перебьемся. Да и хлеб этот. Горло не полезет. Ой! Детки мои, деточки! Чем же кормить вас? И так уже намучились. Бабоньки родные! Что это такое? Да. Только в 12 колхозах мы тогда и отсеялись. Мало. Сколько успели? Под немцем. Мало. Я вчера
Смолчала, сегодня скажу. Скажи, скажи. Затем и звала, видно? Затем и звала. Не одобряю я твой налет на посторонних. За семенами теми. Не одобряю. Живым хлеб нужен. Это я тебе как врач говорю. А я тебе отвечаю. На том поле многие полегли. И мы могли не подняться. А поднялись. Так не для того, чтобы в 12 колхозах жито смололи и хлеба один раз досыта наелись. А совсем наоборот. Чтобы каждое собранное зернышко обратно в землю бросить. Районом отсеемся. На следующий год худо-бедно людей накормим. На следующий год? Да. А пока продержаться надо. Продержаться надо. Чем? Чем полем, лесом. Трофейный обоз уже на подходе. Человек одним днем сыт не будет! Знаю. Не кричи, тише. Но и умереть тоже можно. В один день. Жито уродило, тесто намесило. Печитеся хлебочки, ешьте голубочки. Нехай твоя головка не болит, Василька. Хлеб чей? Чей хлеб? Наш! Общественное общество и решило. Нехай наши дети хоть раз в году почуют, чем той хлеб пахнет, какой его вкус. И никакой горовой нам не указ. Гармошка, лапушка, да лучше хлеба мякишка. А все же хлебец надо есть, а то гармошечки не снесть. Ну, Василька! Эх, тетка Ульяна, праздник так праздник. Ешьте, детки, ешьте.
Позови тетку Анюту. Пусть поест горяченького. А тетка Анюта все спит да спит и не просыпается. Возьмите моего коня. Вам на пахоте без него никак. Тебе конь нужнее. Не рвись так, сынок. Не надо. Слабая она была, хворая. Душой болела. Семью ее всю изничтожили. Может, ей и лучше там. Сейчас. Там с детками своими. Хотел бы я дождаться, когда с него мука посыплется. Семена нужны. Семена в землю бросишь, захочешь на всходы взглянуть. Сходы поднимутся. Захочешь посмотреть, как заколосятся они. Потом станешь радоваться колосу, снопу в бабках, зерну на таку. И так до бесконечности. Оберегись! Целёхонький он. Уверен, что цел. Мы рванули мост. Танк рухнул в реку, а там затока и ключи. Давай, давай! В госпитале я просил врачей. Пустите, говорю, на фронт. Голова пока цела, руки на месте. Не можем, говорят. Бесчеловечно это! Правильно тебя читали, врачи, Макар, правильно? Правильно. А танк ты все-таки получишь. Вот он! Как первый тракторист, принимай технику. Ну как? Годится. Ну, спасибо за помощь. Чем можем?
Клава! Еле уговорил Домну, чтобы пропустила к тебе. Гриша. Клава. Сын. Я его Василем назвала. Вот. Ты, Клав, это брось. Мужу такое ляпнуть. Васей назову. Первые роды не только в городе, во всем районе первые. Это ж твой сын. А ты что же это задумала? Осиротить его? Наши судьбы война написала. Их теперь не перепишешь. Нам одно остается. Терпеть. Я Василя люблю. Любовь — это когда с обеих сторон. А это не любовь, это беда. Что? А то, что Васька твой на Дашке Иваненковой женится. Вот что. Неправда. Неправда. Василька, притомился ты, что ли? Куда уж тебе? Да командуй тогда. Кем это? Как это кем? Нами. Нами покомандуй. А, попробуй, попробуй, правильно, покомандуй. Правильно. Бабы, равнять. Еди, Ульяна. Помоги. Я покомандовать. Дай инструмент. Не вышло, Ульяна. Налегай, давай. Последний раз прошу. Проваливай. Бабы! Кусочек хлеба залетят, показать не хочет. Где ж это видано? Ах ты, морда паршивая! Дитя два дня не ел. Голодных много, на всех не напасешься. Не трогай товар. Иди отсюда. Отойди от прилавка, говорят тебе. Где же совесть, а? Где совесть, я спрашиваю? На чужом горе наживаетесь? Почем хлебом торгуем? Здорово. Свое продаем, не чужое. Понимаешь, я ему десятку даю. А он кусочек хлеба продать не хочет. Проваривает. Пятерку скосить не может. Ах ты, сволочь, спекулянт проклятый. Ты че это, Терентич? Я тебя, гад. Бери, детка. Терентич, у вас же свадьба намечается. Живая копейка в дом, не из дома. Врешь. Ты и меня в придачу заморать хочешь, да? А ну-ка, собирайся, пока из тебя душу не вытряхнул. Своих от чужих отличить не можешь. Свой? Ах ты, шкура, гад. Да я тебя, гад, нашел своего! Я тебе покажу своего! Ну иди сюда! Да ты что? Иди сюда! Иди сюда! Сволочь! Да ты что? Только без фокуса! Понял? Разберемся! Да ты что? Кого надо накажем? Женщины!
Тише! Жалею, что не придушил этого гада Иваненка. И отвечал бы по всей строгости закона. Суд вершить надумал. Неужели ты не понимаешь? Человечески, да, Иваненок виноват. Совесть у него промашка. Но за это в тюрьму не потащишь. И Мишка их тоже сволочь. Но этот свое получил. Из-за жадности погиб за неделю до освобождения. Но то, что из-за жадности, тоже не докажешь. Погиб и все. А вот ты, Калина, на бюро отвечать будешь. За хлеб разбазаренный, за все твое самоуправство, вполне возможно, партийный билет на стол положишь. А ты мне его давал? Билет партийный. Вот тот старшина, который дал мне его перед боем. В 42-м и полег в том бою. Вот ему я положу его на стол. Понял? Ты председатель. Одалось мне твое председательство. Знаешь как? Все ты правильно удумал, секретарь. И про жито, и про лес. Все правильно. А что же неправильно? С Василием Калиной. Неправильно. Так, любопытно. Я партии с 29-го года. Всякое бывало. Макар. Да нет, ты меня не перебивай, я... Речь-то говорить не мастер. Вот я и говорю. Ничто так в жизни не страшно, как несправедливость. Большая там она или маленькая. Но она же наверняка бьет. Голод, разруху. Все человек преодолеет и забудет о них. А вот несправедливость – это на всю жизнь. Верни Калину, секретарь. Он людям нужен таков, каков он есть, а не таков, каков тебе удобен. Да никуда он не уйдет. Может, и не уйдет. Ты его для себя верни. Ведь вам же работать вместе, секретарь. Вот ваши вагоны. Инза, Канаш и Кемерово. Ты слышал, Матвей, о таком городе Канаш? Чувашии где-то. Запомним его. Не управитесь за ночь, заберу вагоны. Время, сами понимаете, Григорий Андреевич, военное. Ясно. Город мигом. Транспорт людей. Всех, кто способен двигаться сюда. Сюда! Понял. Есть. Цемент в третьем вагоне. Гоните леги к платформе, быстрей! Ты. Давай. Только осторожней. Подходи! Я помогу. Давай. Заноси.
Помогай, сержант, помогай. Успеть бы. Зиночка, ты присмотри за сыном. Мне надо, мне очень надо. Мне человека повидать надо. Присмотри, Зиночка, присмотри. Григорий Андреевич, смотри. Пошел! Стой! Ну, спасибо, братцы, вот это помощь, я понимаю. Ну и что, сразу за дело? Слезай! Иди сюда! Матвей, бери людей сюда! Спасибо тебе, брат, спасибо. Ребята, пошли на угол. Кемеровский вагон. Да, Кемеровский. Ну что делать? Пошли! Ты бери свой отряд и вот сюда, к этому вагону, на разгрузку цемента. Пошли! Лейтенант, разворачивайся и к платформе. Вася. Тебе. Какой ты стал. И рука вот. Изменился ты. А чего там глядеть? Разлюбил. С ними, с вонёнками этими. Заездят они тебя. У них ничего святого нет. Не верь их ласке, Васенька. Мишка, ох, Мишка. Мы гарнизон громим, а он по-хата, 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 по-хата. Клава, у тебя же жар. Ты больна. Идем отсюда. Идем, идем, идем. Нет. Я сама. Сама. Я сама. Что? Ну что ж ты творишь-то, а? Не трожь ее. Она же вся горит. Не лезь сюда. Понял?
Гриша? Вася? Сказала правду про Иваненков. Давай уедем отсюда, Клава. Вместе с твоим сыном. Я ведь тоже вижу. Ты ведь... Тебе ведь тоже нелегко. Тогда как во сне было, как в бреду. И за ночь многое передумала. Многое. У Гриши всех расстреляли. Взяли заложниками и расстреляли. Как он выжил, одна я знаю. Один он на этом свете. Совсем один. Прости, Васенька. Прости. Васенька, сынок, спи, мой маленький. Спи, сынок мой, Васенька. Спи, мой Василек, спи. Закрывай глазки. Спи, хороший мой, спи. Сыночек мой, родненький. Куда путь держишь, сержант? Куда глаза глядят? А документы у тебя в порядке? Документы в порядке. На фронт бы мне, на фронт. Куда ты такой? Комиссован с ног до головы. Хорошо сидишь? Остыл? А мне дежурный позвонил, говорит, тут ваш председатель луной любуется. Все равно уеду, понял? Уеду. Да какой я к черту председатель? Ну, я тоже никогда не секретарил. Ты мне вот так нужен. На кого мне еще опереться? А задерживать тебя не стану. Я понимаю, трудно тебе. Рана еще кровоточит. У меня внутри рана. Бывало в госпитале, думал, ну вот, кончатся мои муки, вернусь домой. И настанет мне жизнь, а сплошной праздник. А здесь голод, запустение. Разруха. И ты раскис. Отчаялся, надежду потерял. И потерял. Я все потерял. Не знаю, как быть.
Как жить дальше? Не знаю. А ты никому в этом не признавайся. Никому. Даже себе. Нельзя нам с тобой, понимаешь? Нельзя. За нами люди идут. И не имеем мы права ни на минуту. Ты знаешь Клаву Петракову? Чего? Нет. Ты ее не знаешь. За всю войну я не встречал более смелого и отчаянного человека. Она работала в немецкой управе. Аусвайсы, документы, всю информацию мы получали через нее. Клавку Петракову, работника немецкой управы, знали все. А голубку, от которой шли письма в отряд, я и комиссар. Больше никто. А в отряде потом. Многие ей жизнью своей обязаны. А меня спасла. Хотя сама страдала, когда тебя потеряла. Я под пули лез, когда семью расстреляли. Смерти искал. И нашел бы. Она. Только она и отвела беду. Жена она мне. Ребенок у нас. И не отдам я тебе ее. Ни за что. С возвращением! С возвращением, товарищ! Смольняне сюда! Ребятишек на телеге! Доктор, принимай пополнение! Да-да, смольняне сюда! Посторонь! Посторонь собирается здесь! Товарищи, все возвращаются в свои деревни! Сестренка! Надя! 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 Мама! Сынок! Вася! Вася! Надя! Вася! Вася! Сынок! Мама! Вася! Вася! Мама! Thank you.
Слышь!